Красиво тут, а? Я сюда часто приходил до того. А до чего? Вы сказали, часто приходил сюда до того, до чего? До того... Да ни до чего. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? Почему вы так упорно хотите себя убить? Бывает то, что нельзя забыть. Что бы я ни делал, оно со мной. Гложет меня. Пулю в лоб пустить духу не хватает. Приходится убивать себя понемногу. Тебе-то, наверное, это сложно понять, Конор. Не слишком-то рационально. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Есть кое-что общее. Они все говорят про РА-9. У них это как будто миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Долбануться. Вот мы дожили-то. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант? Это связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. Они могут симулировать эмоции, но они машины, а машины ничего не чувствуют. Ну а сам-то ты, Конор? Ты у нас вроде... На вид человек, а на самом-то деле что? Я могу быть всем, чем прикажете. Напарником, вашим собутыльником или просто машиной, которая исполняет задачу. Ты мог бы пристрелить девчонок, но не стал. А почему не стал, Конор? Что, совесть внезапно проснулась в программе? Нет. Я просто решил не стрелять. И все. Но ты же боишься смерти, Конор. Меня нельзя убить, лейтенант. Я не живой. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Ничего. Будет пустота. Куда вы идете? Пить дальше. Мне надо подумать.